Сюда иди. Ай. Ай! Так ты чё так ножом ударил? Головой об стенку врезался. Ей всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Профит, Заварной Кофе, Форум, Гусанёк, Маквейт, Мистер Ликс, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. 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 Всем здорово, время люди. Суток. Сегодня мы будем записывать крутую рубрику, которую мне посоветовал чат GPT. Записать режим Царь Горы. Если хотите кушать, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Правила просты. Мы можем использовать только ножи и только на том кубике, который находится по центру карты. И кто больше всех простоит на этом кубике, тот будет победителем этого ролика. Да блин, заварной кофе крыса с тылу все время убивает. Дима достал. Отлично, я стою. Я стою. А, на, блин, ну я простоял стоит. Хотя бы пару секунд. Это же было прикольно, ну. Ай, блин, да ты. Так, смотрите, никто не может простоять там дольше всех. Так, я знаю, как делать так, чтобы я сразу туда залетал. Надо просто сверху. Ты не сможешь. Блин, ну я хоть чикаю всех. Так, погнали. Ой, блин, Дима, на воздухе что кому. Ай-яй-яй-яй. Да блин, ну я же не на кубике был. Вы чего делаете, пацаны? Я же к вам со всей душой. А они? Ну что, чуть малина не казалась. Ого, я подлетел. Дима. Так, а кто там чикает внизу? Блин, я так подлетел далеко. Отлично, я стою. Блин, ну я простоял пару секунд. Так, форум погнали еще стоит. Разок. Дим, я предлагаю в конце... Я тебя зачикаю. Да как ты бьешь? Я ж тебя тоже бил. Дим, я предлагаю в конце серии использовать АВП-шку. Да, но это, мне кажется, не та карта немножечко, чтобы АВП-шку. Есть, я стою. А, да блин, откуда ты взялся, а? Форум прикольно, конечно, замочил меня. Мне кажется, еще... мне нравится, что гравитация маленькая, все так легко этот... Есть. Да блин, вас сильно много, ну ё-моё, вообще невозможно. Я буду стараться, ребята. Я знаю, как убивать. Надо лицо от третьего лица сидеть. Да, есть, зачикал. Чтобы... Кубик ничейный, пацаны. Блин, еще гравитация такая, долго летаю в воздухе. Да откуда вы взялись, а? Ну смотри, ножичные люди, а? О, я стою, уже не стою. Ну больше никто даже теперь пару секунд простоять не может. А, да блин, да смотри, что делаю. Ну прикольно, мне нравится. Именно, знаете, это веселье. Так. Есть, чикнул. Есть. Сюда, ай. Ай. Бочины меня чикнули. Ага. Полетел. Есть, я стою! Да слышь ты, Гусанёк, откуда ты взялся? Конечно, у тебя на скине каска, может из-за этого ты и выигрываешь. Ого, меня подкинули. Есть. Будем чикать. Ай-яй-яй, откуда ты взялся? Тут непонятно, кто откуда идет. Я стою. Можно было без гравитации использовать карту? А, блин, а другой карты я не нашел здесь по центру кубик. Ой, да откуда ты... Ах ты, вот так, значит, ты... Хорошо, я к нему со всей душой. А как ко мне со всей душой? Он мне нож в спину, да, Дима? Нож в печень никто не вечен. Прикольно. На, есть, я на кубике. Я на кубике подлечу, чтобы было интереснее. Сюда иди, ай. Ай, так ты чё так ножом ударил, головой об стенку врезался? Ребята, не забываем ставить лайкосики и подписываться на канал. Если вы хотите с нами пообщаться, заходите в наш Дискорд. Ух ты, кто там долго так стоит? Пока мисс скелет, ну вроде как... Не, ну там непонятно, кто дольше стоит. Ай, ты смотри, ножик печень, ты не вечен. Эй, а давайте другой возьмем ножичек. Вот такой возьмем ножик, может он получше будет. Мне кажется, только меняется сама картинка. Ой-о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 й. Ох ты, блин, с двух сторон меня зачикали. Да я поддался, пацаны, на самом деле, я вам серьезно говорю. Я вам пока мисс поддаюсь. Ты всегда серьезно говоришь.
Ну а что еще делать? Нас стрелят, отлично. Слышь, ты! Ай! Я его, а он меня. Шо? Вот такие вот дела. Только труп разлетается в разные стороны. Фонтан труп. Он много наносит нож. Ну да, довольно-таки. Так слышь ты, а ты на правую кнопку бьешь или обычно? На правую. Понял. Больше, да, типа замирает, занимает жизнь. Да. Ох, я двоих и порезал. И... Дима, и жизни, и отталкивает еще. Понял. О, нельзя внизу резать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну это обстоятельства, да? Да, внизу нельзя, давайте так, чтобы было по-честному. На кубике кружит. Ой-ой-ой, красавчик. Разочек, попробуем. А я тебя сейчас зачика. Ай! Блин, это, знаете, экспериментальная рубрика. Мне кажется, можно развивать эту тему на ножах драться. Это будет прикольно. Так, давайте еще раз залетим. Психи летят. Кстати, есть в игре Valorant такой режим, ух там, ты, где только ножи. Да? Да. Но это игра отдельная, это же не в Гаррис моде. Да, 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 это именно игра. Ого, меня подкидывает. В воздухе зарезал. Ух ты! Ага, на правую кнопку мыши очень много жизни занимает. Сразу 90 хп отняло у меня. Да, оно много снимает. Нет, 90 хп это если в спину с левой. Блин. А со спины только, да, так отнимает? Дима. Да. Да. Со спины же много урона уносится. Без разницы какой-то. Усанёк, ты не выживешь. Битва в воздухе на ножах. 8 хп, 8 хп. Блин, делать? Это такой угар, вообще непонятно, что происходит. А как мы узнаем, кто дольше всех простоял? Как-то. Я не знаю. Или никак может, не узнаем. У кого меньше смертей, может. Не, ну это тогда можно на крысу стать. Не, ну мы там, в принципе, в воздухе деремся, там непонятно, по смертям вообще не определить. На, на. Я имею в виду где-то в уголочек встать. Ну да, и можно чисто гасить. Появился план. Давай, используй. Ну сейчас нужна жертва. Так, давайте еще вот этот ножик поиспользуем. Все разлетаются в разные стороны. Я на своей клавиатуре одновременно 10 кнопок жму. Вы, Санек, сейчас тебя замочат, прощай. Ой-ой. Я нож не взял, ну ладно. Сейчас мы припустимся. Почему полдобуги не регает урон? Ай-яй-яй, откуда он убил? Как ты меня убил? Он худенький. Так, давайте будем правой кнопкой мыши пытаться бить. Как мне воздух так далеко достает? Ай, Саня, есть, сразу заштрыкал. Ладно, а, у Габуга сидит, и он не отталкивается. Ай-яй-яй, а как это не отталкивается? Ну, я чиркал по нему ножом, он не отлетал. Когда он в приседе был. Есть, почикал. Ну, я стою! Нет, не стоишь. Кстати, я долго простоял довольно-таки. Нифига спасибо. Себе он убьет, прям мощно вообще. Так, давайте изменим правила такие. Давайте так, кто стоит на кубике, может использовать оружие. Быстро? А что, ты залетел на кубик, все, ты можешь доставать оружие и мочить. Только те, кто пытается на кубик залезть, а не когда кто-то подходит. Пошел отсюда, щенок. Ай, блин, я даже не успел оружие, так там оружие невозможно достать. Ничего, мы разработали этот режим. Это Парфи, ты не долетел, уже достал оружие. Достал, но не стрелял. Блин, это класс. Все, я открываю охоту на форума. Ага. А, блин, я не могу никак туда запрыгнуть. Что, блин? Ножичник, я вас всех почикаю. Пошел отсюда, щенок. Не стрелять. Эй, блин. Блин, ну кто же дальше простоит на этом кубике, непонятно. Вообще, мне кажется, такого режима нет, да, геймода? Было бы классно, если бы такой геймод был. Еще разок пробуем. А что вы еще как не запрыгнули на кубик, а уже оружие используете. Да? Псих. Я о том же. Я сейчас тоже останусь Молотов использовал. Читером. Дима, не подкидывай меня! Я буду тебя, я тебя сейчас еще порежу в воздухе. Ты думаешь, самый умный? Кинули. Дима, я сейчас возьму гигл. Ай! Я тебя даже с ножом скинул. Так, все, ребята, давайте тогда сделаем перестрелку. Давай. Три. Оружие только на Counter-Strike. Да, только Counter-Strike оружие. Три, два, э, подожди, один. Погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоять на кубике.
Я возьму дробаш. Ай-яй-яй, присел, говно, блин, ну красавчик, молодец. О, давайте еще один раз. Перезарядка. В воздухе, блин, я же забыл, что можно красиво прыгать. Эмка, 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 спаси меня, Эмка. Есть. Ай. Что творится? Вот это класс. Ану, это не возможно. Ану. Есть. Копи шерсть. Ух ты, отлетел. Да я же попадал, ты как стреляешь? Да стой, я же уже не успел взять, блин. Давайте только с АВП. Да не, на АВП у нас будет следующий ролик, битва на АВП. Саня опять хп не успел. А ну, это вообще выкинуло. Ай, вот, короче, тут прыгать вообще невозможно, сразу убивают. Я оружие нашел удачно просто. Ух ты! Флешку возьму. Дима, лови. Афганистан. Ой, красиво, флешку, молодец, красавчик. Там невозможно выйти со спавна. Я не успеваю оружие взять. Это вообще мясо. Попробуй наступить мой дигл. Есть, отлетел. Это у нас, знаете, квейк какой-то получается. Вообще класс. Я сейчас молик возьму. Красавчик. Лично наказал, наказал! Ой, уйди! Красава. Дима, куда ты меня в стратосфере? Ух ты, да чем ты убиваешь? Эй, ты ножичный гений. Маньяк. Ты дрободушник. Ай, блин. Бомбу сейчас заложу. Да что за крыса уга-буга? Вон ли АФК. Есть, отлетел. Всё, я бомбу, блин. Давай. Ай, откуда ты взялся, блин? Сзади тебя. Блин, ну мне нравятся перестрелки в Гаррисфаде, офигенно. Стой, это так весело стало. А что тут есть? Короче, мы будем ценить этот ролик по количеству убийств. Кто больше всех убьет, тот и будет победителем. Я тогда начинаю просто режим киллера. Да? Да откуда? А, блин, он выбрал тактику, под потолок залетает и летает. И смотри, какой грамотей. Ну все, Дима, все тут. Так, подождите, а что у нас еще за оружие? О, петушар возьму. Ах ты. Террористы выиграли, пацаны. Я выиграл. Что у нас там еще? Дима, я сноу-стопом буду. Показал. Ну, я не попал. Там, ну. Да откуда ты летающий монстр, а? А что, у нас есть 100 патроник или нет такого у нас? Нет, 100 патроника нету. Надо было, ребятушки, добавить. Нет, есть что? Нет. Ух ты, косое оружие. Это в притирку стрелять попасть не может. Наказал. Дима, сзади. Отлетел красиво. Знаете, такая концентрированная битва получается. Огонь в воздухе горит. Домой накрыть. Ой-ой-ой-ой, экран аж сдвинулся. Домой все. Казал. Кто меня казал? Ты дрободашник. А, да откуда ты взялся? Сейчас дробовика хорошо, да, гасит? Ну, да, только не способен. Ха-ха-ха, вы же тут все в кровяши. Кофе. Ого, я начал мочить. С диглом.
Ты, Дегладус. Ой, там били, даже не успел оружие взять, представляете, как наказывают? Твоя. Профи читер, я в тебя не попал 10 врагов. Серый урон. У тебя урон не такой, вот. А ё-моё, вообще нереально, ребята. Я по тебе попадаю, ну что ты, профи. Ага, да, что ты используешь? Всё, бейте его. Реально. О, я вижу Диму. Ай, да мне тут 5 человек, 5000 человек сразу хочет убить. Давай, иди сюда, щенок. Домой, кофе. Профит. О, у меня патронов не было, что мне осталось делать? А ё-моё, мне тут прыгать, короче, лучше не надо. Нема в этом смысла никакого. Не, ну если улетать, то нормально. Всё, я разозлился. Ой, тебе хуже было. Ай, Дима взял ССД. Ай-яй-яй, это ну вообще. Короче, эта карта такая, знаете, чисто поржать. Че, я ни разу не попал, стрелял и не попал. Дима, ты меня спину убил, да? Ай! Как концентрированная стрельба еще получается. Я троих просто спасил. Вообще жесть. Я решил перестрелять? Калаш. Я пытаюсь взять калаш. Дима, ах ты такой. Я тебя на спауне фигать. Ну, как я, знаешь, специально это делаю на зло, чтобы выиграть. Я же хочу выиграть. Давайте еще минута и будет конец. Посмотрим, кто у нас лучший игрок. Ни разу не попал, что за оружие у меня? Ха-ха-ха, ни разу вообще. Так, какие у нас еще оружки есть тут? Какие еще? Бери дробаш, бери дробаш. Ты думаешь, что дробаш вообще мощь? Ново бери дробаш. Нормально так. О, давайте все-таки попробуем с 35 патронов. Ладно, хорошо, я запомнил твой скин. Дима, пожалуйста, на тебе еще раз. Да ты задрал, читер. Но это софт. Стойте, давайте хотя бы 10 секунд, чтобы можно было. Ага, нет. 10 секунд. Тут надо ой-ой-ой, в голову прям. Оружие невозможно. Есть, в воздухе прям снял. Красавелла, брателла. Да ты, блин, тут за спины везде можно убивать. 10 секунд до конца раунда, пацаны. Ой-ой-ой, это блин, да ну как так-то? 5, 4, 3, 2, 1. Все, стоп игра. Уга-буга, 106 убийств. На второй месте форум. На третьем гусанек. Там меньше смертей. Гусанек, короче, самый неубиваемый. Если вам понравилась эта серия и новая рубрика на канале, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. We'll be right back.